Игорь Шадрин связал свою жизнь с театром 30 лет назад. 15 из них занимается уличными постановками. В этом году его театральная труппа выступает на Волгофесте. Спектакль ставили, вдохновившись образом ловца снов. Он и появляется на сцене – огромный круг диаметром 4 метра. Еще одна ключевая составляющая в постановке – огромные куклы. Через ловца и через этих кукол мы боремся со злом, побеждаем зло, добро и так далее. Ну, то есть какая-то такая она мифологическая история, которая, ну, такое полушоу, полуспектакль, поэтому это перформанс. 9-й Волгофест проходит на Старой набережной в районе Красноармейского спуска. На пляже расположились арт-объекты, сцены, лектории, уличный театр и многое другое. Фестиваль посвящен теме «Другие берега». Каждый год мы спускались, все как бы подходили ближе к Волге. Сначала мы начинали на променадной части набережной, потом спустились на песок, делали разные программы на воде, а в этом году решили вообще сделать тему «Другие берега», попробовать сделать часть программы на противоположном берегу, на острове Проран, и там вы можете увидеть архитектурную программу с разными инсталляциями, объектами, которые там останутся, и можно в течение сентября-октября приплывать и смотреть. Для самарцев на сцене сыграют 17 музыкальных групп из разных регионов страны. Со всей России собрались и театральные труппы. Театральная программа довольно насыщенная для нас в этом году. У нас тема фестиваля «Другие берега», поэтому, несмотря на то, что мы несколько лет подряд ставили своими силами спектакль на фестивале, в этом году мы решили как раз от этого отойти, чтобы пригласить как раз театральные проекты из других регионов. Мы приглашаем всех на фестиваль, мы приглашаем всех открыться такому чувственному восприятию, попытаться прочувствовать этот момент. Волгофест проходит до 1 сентября. Расписание мероприятий можно узнать на официальном сайте или в социальных сетях. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.